кассу шарманщика доброго Карла. Папа счастливый не знал, как ребенка назвать. Вставал он и ночью, и днем на диван. Лай-лай-лай, Делайла. Лай-лай-лай, Делайла. Скоро втроем шарманка ты и я с песенкой этой всю землю пешком обойдем. Песенку Карла. Этот нехитрый мотив начала напевать. Ты что думаешь, ты так просто от меня избавишься? Просто катилась и нет. Хочу признаться, мне обещали, что я буду вести это шоу с кем угодно, только не с тобой. Ты знаешь, мне обещали то же самое, но я сразу почувствовал какой-то подвох. Когда в моих наушниках звучал твой измененный голос, я думал, господи, что это за скрип какого-то колеса, повозки? Очень смешно, Коль, ты в своем репертуаре. А мне твой голос вообще не меняли, я все равно его не узнал. Да. Вот вы узнали, кто именно будет пытаться дотянуться своим талантом до моего уровня. Сергей Лазарев! Друзья, как вы поняли, это шоу будет вести талантливый юморист Николай Басков и талантливый вокалист Сергей Лазарев. Ну, шоу все-таки вокальное. Надо было позвать хотя бы одного певца. А ты поднаторел, я смотрю. Да, ты знаешь, у меня был хороший учитель.